длился почти сутки. По неписанным законам десанта бойцы без приказа не сдали назад ни шагу. Они остались непобежденными по праву смерти и бессмертными по праву памяти. Памяти молодых ребят, которые в одночасье попали в самое пекло Чеченской войны. Рота солдат преградила путь террористам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан самой высокой ценой – своей жизнью. Всего 90 молодых ребят против 2500 боевиков бились до последнего. Это дань памяти тех людей, которые отдали свои жизни за свободу, независимость нашей страны, за то мирное небо, под которым мы сегодня живем. Одним из тех солдат был наш земляк, бийчанин Сергей Медведев. Сегодня здесь его брат Евгений. Он вспоминает, как в марте 2000-го, уже после похорон Сергея, пришло письмо. В нем брат писал: «Все у меня нормально, скоро вернусь, ждите». Кто поднимался на эту высоту, он о смерти не думал. Он не думал просто по той причине, что он думал, он выполняет обычную работу. Какая бы задача трудная ни была, они не собирались умирать. Люди, которые защищали нашу страну, защищали, возможно, честь нашей страны, должны оставаться в нашей памяти навсегда. Такие мероприятия помогают поддерживать дух, помогают поддерживать патриотические настроения в нашем современном обществе. Песни о мужестве, стихи о патриотизме и слова благодарности в этот день звучали не только со сцены. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Есть место в жизни подвигу. Вот даже вы посмотрите, вот это шестая рота, 90 ребят шли, чтобы победить, конечно, чтобы никто в нашу страну не пришел. Подвиг бойцов 6-й роты вспоминали мамы героев, ветераны Великой Отечественной, Афганистана и двух чеченских кампаний, а также студенты, школьники и кадеты. О героизме солдат в эти дни говорят в каждом городе, чтобы молодое поколение знало цену мирной жизни. Мария Микшут, Илья Халяпин. День с толком.